Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського «Проект за чи проти». Гість нашого ефіру сьогодні – голова Ради національних спільнот України, президент Національного конгресу вірмен України Ашот Аванесян. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю також. Ну, власне, почати пропоную з того, що Україна позиціонує себе як багатонаціональна країна, в якій в рівній мірі забезпечуються права будь-якої національної меншини. От, на вашу думку, з вашого досвіду, таке позиціонування, воно в повсякденному житті має реальні ознаки, чи це більше декларативна норма? Ні, ви знаєте, я не скажу, що декларативне. Реальна Україна многонаціональна, реальна Україна многокультурна. И сегодня очень многие вопросы решаются для представителей национальных спільнот в Украине. И я говорил, и, возможно, сегодня повторюсь, что мы должны всегда быть, сказать словами благодарности, что максимум уделяется внимание для представителей разных этносов в Украине и по части законодательства, и по части, скажем, каких-либо малобюджетных финансирований. То есть развиваются национальности, особенно, скажем, в тех регионах, там, где есть понятие компактного проживания. Ну, думаю, что, знаете, на все нужно время. Со временем все улучшится. И сегодня с открытием совершенно новой страницы, то, что мы, Украина уже подписала ассоциации с Европейским Союзом, я думаю, для нас тоже открываются совершенно новые возможности. Будемо працювати, і далі буде видно. Ну, і тим не менш, ми знаємо, що є ідея запровадження в Україні навіть посади уповноваженого президента справ, саме у справах національних меншин. От чим би ви пояснили потребу у створенні такої посади? Так, ви знаєте, от буквально 26 років незалежності нашої України ми провели у Кримформі мероприятие всеукраїнської конференції. И как раз в резолюции в нашем есть обращение до Петра Порошенко, до президента Украины, касательно вот, уповноваженного представника национальных меньшинств. Чем вы обґрунтовуєте необхідність такого кроку? Много разных вопросов возникает. Вы знаете, вот если так брать то, что раньше и то, что сегодня, если мы говорим раньше, это было и Рада при президенте, это национальной политики, был головой Удовенко Геннадий Иосифович, мы там очень активно принимали участие. Была государственная структура как исполнительная, при исполнительной власти, при кабинете министров, Державный комитет справок национальности и религии, ну, управление на местах в регионах. Но сегодня, скажем, на жаль, цього немає, немає, ничего немає. Ни Державного комитета справок национальности и религии, ни Раду при президенте. Да, есть у нас профильное министерство, Министерство культуры Украины, есть департамент религии и национальности. Я хочу сказать огромное спасибо сотрудникам департамента, в лице министра, всем, кто помогает для развития культур национальных спільнот в Украине. Да, люди делают то, что возможно сегодня. Но было бы хорошо, если мы имели бы уполноваженного представника у президента, для того, чтобы координировать вся деятельность, ведь у нас не только песни и танцы, у нас есть и другие проблемные вопросы. Скажите, какая ситуация с вырешением этого питания и взагалі, какие перспективы? Пока что зараз ответа на сегодняшний день, то, что мы отправили, пока ответа нет. Мы отправили резолюцию на президента, на голову Верховной Рады и на премьер-министра. Пока ждем ответа. Как будет официальный ответ, там уже будем принимать какие-то решения. Скажите, а запровадження цієї посади було б достатньо, чи все ж таки ви б хотіли, щоб повернулося, принаймні, на рівні виконавчої влади, якийсь орган, який би координував ці дії? Я думаю, що це дурача посада і дурача консультативна посада, цього було б недостатньо. Було б добре, звісно, якщо було б при исполнительной власті отдельная структура, которая, скажем, занималась бы национальными спільнотами. Я думаю, что больше чем 22,5% населения – это представители разных этносов, это было бы актуально сегодня, и при том, имением сегодняшней ситуации. Це було б добре. Скажіть, от якраз до сьогоднішньої ситуації в країні, поява таких органів чи такої посади, вона б унеможливила, на вашу думку, появу в Україні проблем от саме на міжнаціональному рівні?
Ну, она наоборот, я думаю, что структура, которая появится, она наоборот будет обогащать межнациональные отношения. И не думаю, что вот, скажем, такие случаи, как в Одесской области, когда с ромами буквально, да, когда в Харьковской области разные конфликтные ситуации. Да, это на бытовом уровне. У нас, слава богу, так на в таком масштабном уровне межнациональных конфликтных ситуаций мы не видим, и слава богу, и не увидим. Украина настолько толерантна, и украинцы, наши братья, настолько толерантны, что мы надеемся, что надалее будут такие толерантные отношения между национальностями. И мы, естественно, наша общественная организация, вот, и вот в понятии межнационального диалога держим на, ну, стараемся на каком-то хорошем уровне держать. Структура, конечно, она была бы актуальна и помогали бы, это было бы для нас удобно, но пока что вот така ситуація. І все ж таки от маємо згадати нещодавню ситуацію у зв'язку з ухваленням освітньої реформи. Одна з проблем, вона навіть вийшла на зовнішній, на міжнародний так рівень. Скажіть, чи можливо було упередити, унеможливити таку ситуацію? Чи сталася вона внаслідок відсутності оцього діалогу постійного? Я думаю, що у нас і наша румунська спільнота, і венгерська спільнота, і ті національності, які в приграничних зонах, скажімо, особливо на Закарпатті, думаю, що достатньо люди толерантні. І, звісно, більше 67 шкіл в своє час і стільки років фінансування, українське бюджетне фінансування мали. І сьогодні так різко говорить про те, що ці школи, и эти дети, и эти учителя остаются как бы без учителя, без зарплаты или, скажем, дети без обучения. Но я считаю, и что должны в обязательном порядке дети учить украинский язык первым долгом во всех школах. Да, сегодня много разных школ, разных регионах, румынская, венгерская и по другим национальностям, скажем так, но жить в Украине, не знать украинский язык, ну, для нашего поколения, возможно, еще как бы простительно. Ну, а для подрастающего поколения это обязательно знать государственный язык. Поэтому я считаю, что президент подписал закон. Президент подписал. Но я думаю, что украино-венгерские, румынские отношения на международном уровне приведут к нормальному диалогу. Все, я думаю, станет в свои места. Яким образом, як далі будуть розвиватися события? На вашу думку, має бути знайдено компроміс з усіх сторін? Обов'язково, обов'язково буде компроміс. По-другому, знаєте, і при тому ми сьогодні центр Європи, ми обов'язані, я думаю, що обов'язані знайти діалог, компроміс і з венграми, і з румунами. Я думаю, що так. Ви говорите про те, що, звісно, в рамках країни необхідно володіти і знати державну мову. Скажіть, на прикладі вірменської діаспори, яку ви багато років представляєте, чи є схожі проблеми? Чи не варто ж забувати і про те, що діаспора має зберігати свою власну культуру, свою власну мову вивчати? Чи стикалася діаспора з такими проблемами? Ну, скажу так, мы не имеем в Украине школ, которые финансируются с государственного бюджета Украины, будто Армении. Но таких проблем у нас не возникали. Наши школы – это воскресные, факультативные. Конечно, наши дети с удовольствием, знаете, живя для любой национальности, живя, скажем, в Украине, это наша родина, это наше государство, и мы в себя носим две культуры и два языка, украинский, армянский, украинскую культуру, армянскую культуру, и также и другие национальности, так, а без этого никак. Но проблем, я скажу, то, что на местах, в регионах разных ведется определенная работа с разными общественными организациями. Пока что таких проблем мы не слышим, не видим. У нас, ну, находится компромисс, диалог, и на основе этого мы вот, работаем. Скажите, а на рівні ради національних спільнот, яку ви очолюєте, є можливості для вирішення цих проблемних моментів? Чи все ж таки у вас недостатньо важелів впливу, зокрема, на ту ж державну політику?
Не, вы знаете, я бы не сказал бы. Сегодня у нас Рада национальных спільнот Украины очень активно работает и в Киеве, и на местах, и имеет возможности каких-то вопросах содействия и координации, не без этого. К нам обращаются по разным вопросам абсолютно. И слава Богу, я скажу так, что любое обращение, которое к нам граждане Украины обращаются, неважно какой национальности, мы обращаемся в нужную структуру государственную, мы оперативно получаем ответ. Вот, от Рады обращаемся, оперативно получаем ответы. И многие вопросы мы таким образом налаживали, как бы разные ситуации были, конфликтные, неконфликтные, но мы старались налаживать, чтобы оно, как бы, скажем, между общественными организациями не было каких-либо... Чи могли б ви окреслити коло питань, які сьогодні складають пріоритет роботи Ради національних спільнот? Ну, сьогодні різні мероприятия нами проводяться. От, если сказать так, вот буквально 27 на этой неделе у нас детская литература. Мы хотим создать в Раде национальных спільнот Украины издательский центр, чтобы могли вот именно детская литература, я считаю, что должна быть вся на украинском языке. Дети, которые вот только-только начинают вникать, скажем, да, история и разные сказки, там, оно должно быть на украинском. И с удовольствием, я думаю, что восприняли такое понятие, что многие писатели как бы дали сгоду согласие для того, чтобы... Відгукуються, да, так, да, и вот буквально 27 числа мы в библиотеке Вернадского, центральная библиотека, будем проводить вот, круглый стол, семинар по детской литературе. И будет выставка разных книг по детской литературе. И посмотрим далее, как будет формироваться по издательскому центру. Ну, то есть, в разных направлениях, вот буквально 30 числа у нас фестиваль греческой культуры Охи в колонном зале в КНДА. То есть, разные мероприятия нами проводятся, и семинары, и круглые столы, и конференции. Вот буквально недавно мы провели выездное заседание, мы сейчас очень часто практикуем выездное заседание президии Рады в регионах. Вот у нас было буквально недавно в Харькове мероприятие, и там же в части буквально 30 минут мы говорили о вопросах Рады национальных спільнот Украины, и другая часть, другой блок вопросов был диалог культур Украина Армения. Были представители парламента Армении. Вот, ну, вот, знаете, ну, мы общественная организация, естественно, мы не можем брать обязательства государства на себя, но мы стараемся, чтобы этот диалог на хорошем уровне держать. Скажіть, чи маєте якісь амбітні плани, які б хотілося б реалізувати? Чи до кінця цього року, чи, можливо, в наступному році? Ну, думаю, що до кінця року, в принципі, ми не будемо говорити по поводу 2018 року. У нас теж вже є прийнятий план. Ну, до кінця року самих важливих мероприятий ми проведемо міжнародну конференцію «Будуємо нову європейську країну разом». Це вже у нас вийде четверте. Международная конференция, это очень актуально сегодня. Мы должны понимать, мы должны знать, что реально у нас, как центр Европы, много вопросов. Тобто международный напрямок також охоплює ваша діяльність? Так, обязательно. Другое мероприятие буквально у нас приближается форум национальных спільнот Украины. Также вот до конца года мы должны в обязательном порядке сделать интеллектуальный форум «Европейская платформа справ людины». Вот, знаете, вот с подписанием соглашений много разных вопросов. Мы не знаем ответов. Вот мы будем приглашать представителей европейских стран о том, что была дискуссия. И на основе этой дискуссии мы получим те ответы, которые нас интересуют. Скажіть, де можна дізнатися про і як анонси ваших заходів, які ви організовуєте, про досягнення, про проблеми? Я бачу, що ви з собою навіть взяли примірник друкованого видання. Так, чи вміщена в ньому вся інформація? Да, ну, знаєте, ми от інформаційному в плані, ми в останнє время дуже активно на сайті Ради національних спільнот України все мероприятия, как бы и анонсы, и мероприятия проведенные, и стараемся больше фотографий, скажем, вот, отражается на сайте. Также буквально вот недавно мы
после переформатирования нашей газеты назвали нашу газету «Национальный диалог», и именно информационно-аналитичная газета Рады национальных спільнот Украины. Вот имеем, я хотел показать, вот имеем такую газету. Примерно, так? Да, такой, да. За вересень 17-го року. Цей. Да, 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 за сентябрь, буквально сейчас на выходе октябрьское, месяц раз. Еще месяц, да? Да, да, да. И практически в этой газете те национальности, которые что-либо, какие-либо мероприятия проводятся, она отражена в этой газете. Для читателя, то есть это будет очень удобно. Открыли, пролистали, посмотрели, какие мероприятия, кто, каким образом, где провели. Ну, то есть, вы знаете, ну, больше информации, оно как-то очень много делается. Когда информации мало, как бы нехорошо, и не все знают о том, что, чем занимается Рада национальных спільнот Украины. А так, информации будет больше, и нам будет интересно работать далее, и нашим друзьям будет интересно, нашим читателям. Згадали за, и, за интернет-сайт, згадали за друковане видання. Телебачення розглядаєте як засіб для розповсюдження інформації? Вот думаємо, ви знаєте, вот, чесно говоря, удобно очень на містах, в регіонах имеются и 20, и 30-минутные передачи. Ну, думаем, вот каким-то образом сейчас вот занимаемся этим вопросом, чтобы в каком-то канале, один из центральных каналов в Киеве, вот, уже организовать 20-30-минутную передачу для национальных спільнот. Сейчас вот в этой направлении работа ведется. Пока что согласия мы официального не имеем, но работа... Я надеюсь, что мы получим официальное согласие и посмотрим, как будем... в принципе, уже так общее видение есть по поводу этого проекта телевизионного. Попереднее ваше бачення, який формат, яке информационное навантажение такой программы? Про що розповідатиме вона? Ну, ви знаєте, коли-то ми провели, як були приглашені гості в різних студіях, можна, ми думаємо, показати і кухню національну, і, скажімо, національно-нарядні костюми творчих колективів, розказати о історичні якісь факти, розказати, як національності, яким образом, в яких регіонах компактно проживання, о культурном наследии разных народов. Знаете, очень много что имеется, что реально имели, начиная с Киевской, со времен Киевской Руси и по сегодняшний день, имели участие многие национальности. То есть очень много что показать, так как Украина, ну, многонациональная, ну, есть... Що показати. Ну і підсумовуючи, хочу відзначити, що і ви особисто, і Рада національних спільнот організовує чимало заходів, про які ви згадували. І от, зокрема, чимало з цих заходів, вони спрямовані на збереження єдності української нації. Скажіть, чому для вас це питання є таким важливим, і як вам вдається все це робити? Знаєте, от всі наші мероприятия, які ми проводимо, без, не без того, що завжди ми говоримо по поводу єдинства. Когда возникает проблема, оно больше дает возможности объединения. Мы, естественно, вот с времен революции, скажем, 2013-2014, мы больше, не так, что мне кажется, я больше чем уверен, что мы больше объединились в одну как бы единую семью. И мы видим, что это единство, оно необходимо для нас, для украинцев, для Украины. Я говорил и, возможно, повторюсь, что каждый национальность должен первым долгом понимать, что он гражданин Украины, а потом уже, скажем, там, еврейского похожения, або вермянского похожения. Там. Вот не без иншого не можем. Да, а как? Американец, француз. Американец итальянского происхождения, француз. Ну так, все говорят французы, американцы. А почему мы не можем быть украинцами? А если мы украинцы, то есть мы должны подумать об объединении, о едности. Вот потому что без этого мы не выйдем с того, что мы имеем сегодня, победимыми. А мы должны быть... должны єдині, быть едины, да, в цьому прагненні. Обов'язково так. И таким образом мы уже однозначно говорили и будем говорить, что и Крым – это наша Украина, и Донбасс – это наша Украина. Мы за территориальной целостности. Когда будет единство, все это будет у нас. Я вам надзвичайно дякую за цю розмову. Було дуже цікаво і приємно почути ваші думки. Ашота Ванесян, голова Ради національних спільнот України, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.